Всем привет! Вы на канале My Pets Planet, и сегодня будет такой, можно сказать, видео-опрос. Вы сейчас видите на себе на экране одну из моих колоний. Это сложно назвать колонией на самом деле. Да, это муравьи, как вы могли понять. И сидят они в этой пробирке у меня уже с 2018 года. Ну, конечно, не в этой, я их переселял, но все равно. Сидят они с 2018 года у меня. И кроме вот этих вот трех муравьев, было 4, один умер. Больше никого. Вообще. В чем проблема, понять не могу. Как видите, дал я ему ученика маленького, ну, придавленного. Они его, конечно же, съели. Вот, думал, белок, типа, яйца будут. Ну, вот, как видите, ничего нет. Хотел его забрать, они... Я его... пинцетом стряхнул вот сюда, вот, к вате, где мусорка, типа, вот здесь. Они его назад сюда, туда затащили. Вот. Подозреваю, что это вид формика фуска, ну что, очень похоже на них. Вот, если ошибаюсь, напишите. Потому что матку нашел неожиданно в городе, поэтому на 100% быть уверен не могу, что это именно формика фуска. Если да, то напишите. Если нет, тоже напишите, чтобы я уже вид знал. Вот. Но так-то я считаю, что это формика фуска. Вот. Почему не откладывают яйца, не могу понять. Сироп даю, белок даю, все даю. Но что-то яиц нет. Кто знает этот вид, как его условия, можно сказать, содержание, да? И, возможно, и причины, почему нет яиц. Обязательно напишите в комментариях, чтобы мне будет очень интересно почитать и полезно. Потому что хочу я все-таки эту колонию как-то продвигать. Потому что, ну, сидят вот с 2018 года и вообще ничего. Вот. Это был такой видеоопрос. Обязательно напишите в комментариях ответы, да, какие вы думаете, вид пишите, пишите, почему нет яиц, пишите, как, возможно, нужно что-то тут добавить, что-то улучшить. Вот. Всем пока.